Привет всем, салют криптовалютчики, алоха блокчейн-энтузиасты. Продолжаем с вами разговор про Desico, или Desico, как вам угодно, интереснейший стартап для нас, для криптовалютчиков, который объединит в себе платформу для выпуска токенов, обменник, платежную систему, ну и вообще целое криптосообщество. Сегодня я хочу вам рассказать про токен Desico. Я вас, конечно же, в отличие от разработчиков платформы, не призываю ни во что инвестировать. Моя информация исключительно для ознакомления, а дальше все на ваш страх и риск. Создатели проекта заявляют, что чем больше вы, чем больше и лучше будет развиваться проект, тем больше вы получите назад. Тем больше вы получите инвестиций. По прогнозам аналитиков данного стартапа, ваши квартальные выплаты, как ожидается, дадут, если вы, конечно же, держатель токенов, возврат суммы примерно эквивалентной 1200-2000% за 10-летний период. Вот так вот. Можете почитать об этом в white paper. Я вам уже рекомендовал обязательно открыть ссылочку. Посмотреть, здесь все подробно на 50 страницах расписано. Что, как, куда, почему. Вот так вот будет выглядеть сама платформа Desico. Вы можете все изучить. Так, давайте про дистрибуцию токенов поговорим. Значит, 78% будет доступно для публичных продаж, то есть для стадии ICO. 9% остается команде, 8% на финансовую поддержку, суппортером проекта, инвестором. VIP 3% советникам, 2% на баунти. Когда средства будут собраны, львиная доля 32% пойдет на разработку платформы, 18% на бизнес-разработки, 20% на маркетинговую программу, еще 9% на юридические всякие тонкости и нюансы, в общем, на бюрократию, 11% операционные вопросы, 10% собранных средств останется в резерве. Давайте с вами немножечко подытожим, каково же преимущество security токенов. Во-первых, это ежеквартальные выплаты, что очень удобно. Во-вторых, отсутствие скам-проектов и каких-то мошенников на платформе. В-третьем, никаких скидок для китов. То есть покупатели токенов могут быть уверены, что они получат свои токены безопасности по той же цене, что и институционные инвесторы, что и какие-то киты, которые вкладывают огромное количество денег. То есть, это снижает риски для, соответственно, инвестора. Никаких манипуляций на платформе не будет. Рынок будет регулируемый, ценные бумаги не будут подвержены юридически всяким хитрым манипуляциям финансовым для выгоды, которая может вас, так сказать, обобрать и обокрасть. Ну и регулирующая защита. Ваши права будут защищены законодательным путем. Как я уже говорил, Desico заключили своеобразные договоренности, получили лицензии от ЦБ Литвы, будут находиться под контролем европейского ЦБ. Ну, в общем, с бумажной, с де юре точки зрения вы будете защищены и обеспечены. Вот так, друзья, это все, что я вам хотел рассказать про токен Desico. На этом все. До новых встреч.